Вот бы лето не кончалось, но оно всегда проносится так стремительно. Но одно можно сказать наверняка, все эти ребята, школьники, отдыхающие в лагере «Юнармеец», это лето запомнят надолго. Сегодня в любимом лагере праздник закрытия 4-й смены, а вместе с ней он завершает и свою летнюю оздоровительную кампанию. И вот уже по сложившейся традиции в этот день ребята и их вожатые подготовили яркие творческие номера. Ваши вожатые, руководство лагеря «Юнармеец» делало на протяжении вашей смены четвертой, которая в целом завершает всю летнюю оздоровительную кампанию в нашем районе, конечно же, было направлено на то, чтобы вы получили массу удовольствия, впечатлений. Мы знаем, что многие ребята стремятся сюда попадать уже после выпуска из «Юнармееца» в качестве воспитанников. Хотят стать помощниками вожатых и сюда вернуться. И такая традиция, преемственность уже появляется. И даже есть конкурс определенный. И школа вожатых начнет скоро работать и готовить ребят, которые профессионально будут заниматься с воспитанниками, приезжающими сюда. Как известно, лагерь «Юнармеец» – универсальная площадка для активного отдыха. Потому ребятам за эту смену удалось провести время с пользой и, конечно же, настроиться на новый учебный год, который уже вот-вот начнется. А в свободное от учебы каникулярное время «Юнармеец» вновь распахнет свои двери перед школьниками. И многие из этих ребят обязательно вновь вернутся в любимый лагерь. Анна Балиец, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».